нет уникальности. А я делаю, стараюсь делать только индивидуальную работу. Я не клон, и не принтер, и не ксерокс. И копии я делать не хочу. Я представитель спонсора. Мы выбрали несколько спонсорских фаворитов. Вот один из фаворитов – это работа «Глаза напротив» мастера из Питера. Спонсорский фаворит – работа «Трезуб». Почему именно это? Ну, скажем, мне такое непривычное видение знакомого символа. Долго совещалось жюри. Очень долго, да. Было две кандидатуры, работа Паши Ангела, работа Самохина Дмитрия. И посовещались и решили, что все-таки должна быть на эту номинацию кубок «Золотая машинка». Все-таки должна быть зажившая работа полностью, уже готовая. Так что побеждает Дмитрий Самохин, город Одесса. Выиграя кубок «Золотая машинка», витаем его! Я напомню, что у этого человека 4 номинации, кроме кубка Golden Machine, и именно он получает еще и кубок. Одесса Бет. Кубок еще и дуже багато. Різноманітні призиви наших спонсорів. Це величезний пакет з призами. На этом фестивале вы сняли, как говорится, сливки. Ваши ощущения, какие номинации вы заняли? Значит, мужская черно-белая, татуировка цветная мужская и реализм. И самое главное? Ну, гран-при, да. Какие эмоции вас переполняют? На удивление очень спокойные, но очень приятно, безусловно. Вы ожидали эту победу? Ну, рассчитывал, но тут очень много достойных мастеров, и каждый, в принципе, имеет право на это. А кто, по вашему мнению, тоже заслужил этого кубка, допустим, были главными претендентами, главными вашими конкурентами? Ну, конкурентами не знаю, тут коллеги, скажем так. Много, мне тяжело, скажу. Каждый из них достойный. Скажите, ваше впечатление в общем о фестивале? Желает лучшего, честно говоря, потому что, в принципе, это только третий. Я думаю, все будет хорошо со временем. Ну, вам понравилось у нас? В общем-то, да. Приедете в следующем году? Приятнее, если бы это было весна-лето, а не зима. Будем учитывать ваши пожелания. Меня зовут Виктор, я организатор фестиваля, вот этого, который сейчас проходит. Тату Коллекшн. Хотел сказать «Планета Тату». Полностью? Застрелюсь, как я ненавижу. Последняя фраза, выучить надо, пожалуйста. Город Одесса, Самохин Дмитрий, специально для «Планеты Тату». Павел Ангел, Москва, специально для «Планеты Тату». Специально для «Планеты Тату» Денис Васюков, экстремат. Маша, Москва. Лена, Москва. Кристина, Чиновцы. Специально для «Планеты Тату». Сива. Специально для «Планеты Тату». Гир Торкест. Велисин. Специально для «Планеты Тату». Сайгон. Специально для «Планеты Тату».